Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я готовлю торт Прага. Готовить я его буду по советскому рецепту, по ГОСТу, можно сказать. И я покажу все нюансы, на которые следует обратить внимание при приготовлении данного торта. Здесь у меня 6 яиц, 6 желтков, 6 белков, яйца весом по 50 грамм, 150 грамм сахара, включая пакетик ванильного сахара, 115 грамм муки, 25 грамм какао-порошка и 40 грамм растопленного сливочного масла. Я добавляю сразу весь ванильный сахар и немного обычного сахара в белки и начинаю взбивать их до устойчивых пиков. Белковую массу, здесь 6 белков, я буду взбивать где-то минуты 4. В итоге у меня получится вот такая глянцевая красивая меренга. Я отставляю ее в сторону и начинаю взбивать желтки. Желтки нужно взбивать также не менее 4 минут. Многие этого не делают, а зря. Желтки также должны очень сильно увеличиться в объеме, побелеть. И сахар вводим в несколько приемов в желтки. Сразу ни в коем случае весь сахар в желтки не добавляем. И заранее желтки также сахаром не засыпаем. Вот такая масса в итоге после взбивания желтков. Минуты 4 где-то я взбивала, должна получиться. Теперь миксер мне больше уже не понадобится. Делается этот бисквит совсем несложно. Именно масляный бисквит здесь, шоколадный. Сейчас я расскажу, на какие нюансы нужно будет обратить внимание. Вот именно в выпекании. Добавляю всю белковую массу в желтки. Перемешиваю аккуратно лопаткой. Сверху вниз складывающими движениями. Делается это все совсем несложно. Вот такая в итоге пышная масса у меня получилась. Теперь я туда просеиваю все сухие ингредиенты. Вы же можете просеивать в несколько приемов. Здесь, в принципе, небольшой объем сухой смеси, поэтому я просеиваю все сразу. Вы же, если новичок, просеиваете в несколько приемов. Перемешиваем все так же аккуратно лопаткой до однородности. И вводим под конец туда все масло сливочное. Масло сливочное ни в коем случае не вводим горячим. Даем ему обязательно остыть до комнатной температуры. И потом его вливаем уже в тесто. Также перемешиваем аккуратно лопаткой. В принципе, тесто готово. Духовка у меня уже разогрета на 175 градусов Цельсия. И вот здесь очень важный момент, про который я хотела вам сказать. Я выпекаю всегда этот масляный бисквит, когда мне нужен торт Прага, в двух формах. Потому что сколько раз я уже за много лет пробовала выпекать этот бисквит в одной форме, он всегда получается у меня с шапочкой. Вот когда я пеку в двух разных формах, никогда шапочки у меня не образуется. Выпекаться у меня здесь форму по 20 сантиметров я выставила, разъемные. Выпекаться у меня будет бисквит всего лишь 18 минут. Это в моей духовке 175 градусов Цельсия, режим вверх-вниз без конвекции. Вы же смотрите по вашим духовкам. Если у вас двух форм нет, и вам придется все-таки в одной форме выпекать, где-то минут 35, может быть даже 40 у вас придется вот именно на 20 сантиметров в диаметре выпекать. Прошло у меня 18 минут, проверила я шпажкой, она выходит сухая и чистая, бисквиты идеально ровные, что нельзя сказать о том бисквите, если бы мы выпекали в одной форме, как правило, будет горка у этого бисквита, шапочка. Эти бисквиты я разрежу абсолютно без остатков, без обрезков, что мне и нужно, на 4 ровных коржа я их разрежу. Сейчас, как только я могу дотрагиваться до формы, я сразу же извлекаю бисквиты из формы, убираю их, дав им остыть до комнатной температуры, убираю их в пищевой пленке на пару часов в холодильник. И потом буду нарезать сразу. Видите, горки нет. И вот в таком виде сейчас убираю в холодильник. И бисквиты, так как мы их выпекали совсем недолго, они более влажные, потому что чем дольше печется этот бисквит, тем более сухим он становится. Вот именно этот бисквит масляный, шоколадный. Проверено уже на опыте, на собственном. Здесь у меня прошло уже пару часов, я достала их из холодильника. Видите, какие они получаются у меня эластичные. Их видно, когда я их беру в руки. И вот так ровно они идеально нарезаются. Обрезков нет никаких. Все, что мне нужно, я все разрезала.
Крем я готовила в предыдущем видео. Это пражский крем, который идет именно к торту Прага. На желтках вкуснейший крем на сгущенном молоке. Проходите по ссылке в описании к данному видео и смотрите. Все пропорции я все напишу в описании к видео. Итак, я приступаю к сборке торта. Я, во-первых, приготовила здесь сироп. Я вскипятила 50 грамм сахара и 50 грамм воды. Довела до кипения, остудила и добавила туда несколько капель ромовой эссенции. Вы же можете добавлять чайную или даже столовую ложку коньяка, как вы любите. Но мне нужно было, чтобы этот торт кушали и взрослые, и дети, поэтому я добавляю ромовую эссенцию. Вообще в ГОСТовском рецепте, конечно же, идет коньяк. Это я сразу говорю. Крем я свой разделила на три части. Крем я здесь сделала, по сути, двойную порцию. Поэтому здесь у меня кремовые прослойки достаточно такие высокенькие. Если же вы любите меньше крема, делайте смело одну порцию, они будут едва заметные у вас. Если вам подойдет такое количество небольшое крема, то делайте смело одну порцию крема, чтобы слегка промазать коржи. Коржи все обильно пропитываем. Также распространяем крем, выравниваем его сразу, потому что это ни в коем случае не сливочный крем, который сам выровняется. Сразу разравниваем и укладываем коржи. Благодаря тому, что время на выпекание бисквитов было совсем маленькое, коржи получаются более эластичными. И еще раз советую все-таки этот именно бисквит выпекать в двух формах. У кого есть эти две формы, но уж у кого нету, тогда выпекайте в одной. Пропитываем, и сейчас я уберу его в холодильник, чтобы он немножко у меня стабилизировался. Буквально на пару часов его уберу в холодильник. Вот так выглядит мой торт. Достаточно ровно должны выглядеть у нас бока, чтобы потом глазурь наносилась ровно. Здесь у меня 100 грамм абрикосового джема. Я его растопила в микроволновке. На холодный торт его наношу сверху. И сразу же распространяю по всему верху торта. И по бокам немножко. Джем очень быстро схватывается на холодном торте. И также его ставлю на несколько минут в холодильник, пока я приготовлю глазурь. Для торта я беру 100 грамм сливочного масла и 100 грамм шоколада. Темный шоколад не менее 60% какао. Здесь у меня по 150 и того, так как мне нужно было еще на другой десерт шоколад доставить эту глазурь. Поэтому здесь у меня по 150 грамм и масло из шоколада, но мы берем на рецепт по 100 грамм. Этого достаточно именно на данный торт. Я все это напишу в описании к данному видео. Просто наливаем сверху эту глазурь. Очень простой рецепт, здесь не ошибетесь. Теперь все это шпателем я выравниваю по бокам. Слегка только бока у меня прикроются сейчас глазурью. Я ставлю буквально на несколько минут в холодильник. Потом опять достала после буквально 15 минут проведения в холодильнике. И выровняла еще дополнительно бока глазурью. Теперь просто пишу надпись, как мне нравится. И все, в принципе, торт мой готов. Его можно также украсить и кремом, этот торт. Много раз я украшала этот торт и белково-заварным кремом. И прекрасно ложится на эту глазурь белково-заварной крем. Сразу отвечаю на вопрос, потому что наверняка этот вопрос будет задаваться в комментариях. Очень хорошо ложится белковый крем именно на эту глазурь. Можете смело его делать. Сейчас также по традиции покажу вам разрез. Нарезать этот торт лучше, достав его из холодильника заранее. Где-то за полчаса достаем заранее из холодильника, и нарезается он очень хорошо, очень легко. Вот такой ровный разрез у него получается. Торт очень сливочный на вкус. И всем советую его приготовить. Готовится он очень быстро и совсем не сложно.
Надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.